Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 5 октября. Я Олег Шагнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. Поздравляю Алину Федорову с днем рождения. По республике ночью по юго-западным и северным районам, днем по остальной территории влияние атмосферного фронта. Местами осадки в виде дождя и мокрого снега и снега. Ветер западный 4,9, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью минус 3,8, по северо-востоку до минус 12, днем плюс 1,7. По центральным районам ночью от плюс 3 до минус 2, днем плюс 6,12. По южным районам ночью от плюс 3 до минус 2, в горах юго-запада до минус 8, днем плюс 6,11. В столице Бурятии ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер западный 4,9, днем порывы до 13 метров в секунду. Минимальная температура ночью от 0 до плюс 2, максимальная днем плюс 7,9. Атмосферное давление ночью будет падать до 710 мм ртутного столба, днем расти до 712 мм. Выражение «бальзаковский возраст» возникло после выхода в 1844 году романа Оноре де Бальзака «30-летняя женщина», и поэтому допустимо только в отношении женщин не старше 40 лет. Это был прогноз погоды на ТВ, с вами был Олег Шагнанов. Раньше, в моем понимании, бальзаковский возраст был это что-то за 60, а оказывается, это самый такой боевой возраст для женщин.